Привет, мой замечательный, дорогой человек, который заглянул на мой канал. Сегодня я продолжаю играть в I Am Innocent. И что хотела сказать, что я, во-первых, приготовила ручку, приготовила блокнотик, потому что я уже поняла, что память у меня не очень. Ну и, собственно, прикольно, прикольно, потому что мне вчера и сегодня... О боже, не надо, не надо этого делать. Ладно, неважно. Вчера и сегодня мне приходили оповещения прямо вот сюда, как смс-ки от кого-то, от вот этого чувака 2460, но я очень хотела оставить, чтобы показать это в этом видео, но, к сожалению, случайно нажала на крестик, все удалилось. Плюс я поняла, как мне, что мне сделать с этой иконкой. Оказывается, что можно ее вообще абсолютно уменьшить вот до таких вот размеров, но... Я подумала, что вроде как, если я здесь, ну, как бы вот в этом экранчике, то прикольнее будет, наверное, оставить в таком размере. Все, что я хотела, вроде бы я сказала. И нет, еще не все. Потому что я долго мучилась с Тетрисом. И я все-таки прошла до 6 уровня. Я не мухлюю, я правда прошла, у меня есть свидетели. Прошла до 6 уровня. И, собственно, наверное, чтобы мне найти файл, все-таки выполнить эту цель, мне надо будет пройти еще на одну звезду. Вот. Но для начала я хочу посмотреть, что написал мне маньяк. Наш маньяк, он мне что-то написал. Я уже, честно говоря, немного волнуюсь, но ладно, откроем. Откроем. Господи, никак не могу найти правильное положение для моей иконки. Ты должен расследовал гибель его жертв. Ну, я так понимаю, расследовать гибель его жертв. Найди их имена, изучи дела. Подожди. Ты должен расследовать гибель его жертв. Найди их имена. Подожди. То есть получается, что это, походу, не маньяк, что ли? Получается, что это не маньяк. Короче, ладно, давайте разбираться, потому что я не очень хорошо понимаю. Значит, что мы ему ответим? Если что, если я откажусь, и я не хочу в это ввязываться? Ну, естественно, как и во всех фильмах, детективах обычно спрашивают, я спрошу, и мне ответят, тогда он будет страдать, пока не умрет. Смерть человека будет на твоей совести. Что-то я вообще ничего не понимаю. Мы вместе остановим его. То есть этот ID 2460 хочет мне помочь, что ли, или что? Или это уже вообще другой? Ну-ка, сейчас выйдем в чат. Нет, у меня вот всего тут два вот этих ID. Этот ID 15090 это точно парень, который, собственно, жертва. Это точно. Но это просто бессмысленно отрицать. А вот это, получается, ой, фу-фу-фу-фу, а вот это сообщение, которое не сохраняется, я думала, что это маньяк, но это оказывается сегодня, что это не маньяк, что ли? Короче, ладно, меньше слов, больше дела. Кстати, по поводу жизни. По поводу жизни, я тогда во втором или в первом видео, я... хотела посмотреть, за какой промежуток времени они восстанавливаются, но, честно говоря, как-то я не проследила за этим. Получается, что я играла вчера утром и потратила все эти жизни.
Сегодня они восстановились. Ну, как бы было бы странно, если бы они не восстановились, но надо будет проследить. Просто очень действительно такая тема восстанавливалка жизни, такая очень интересная, потому что тратить монеты на это не хочется, и, соответственно, смотреть какие-то видео тоже не хочется. В общем, значит, сейчас я открываю шестой уровень, покажу, как он выглядит, нажму на паузу и попробую пройти без потери жизни. Я вот сегодня я, кстати, проходила пятый уровень и проходила шестой, и не потратила ни одной жизни, ни одной монетки не было утрачено, и никто не пострадал. Вот, поэтому, значит, я нажимаю на паузу и, наверное, попробую пройти, потому что это действительно, ну, такой процесс долгий достаточно. Муа. Так, я вернулась. Что хочу сказать? Осталось 4 хода у меня. И я собрала все синенькие, собрала все зелененькие. Кстати, если вдруг у меня на аватарке мигает цвет, то я сильно извиняюсь, пыталась тут что-то как-то настроить, но не знаю. И у меня осталось еще 10 оранжевеньких и 4 хода. И я, честно говоря, кажется, включилась, чтобы показать вам, как я лажану сейчас. Потому что вот мне предлагают синенькую, но это вообще никаким, блин, макаром сюда не лезет. Два хода и капец. Блин, надо было эту сюда поставить. Ну вот. Значит, сейчас я тогда, получается, я отвечаю просто, что я сегодня вообще не лажала. Я прямо вот села, и я прямо вот буквально там за 10 минут прошла два уровня. Я не знаю, что сейчас со мной произошло. Ну, правда, правда, честно, я не знаю, как доказать, надо было записывать на видео. Короче, сейчас попробую. Естественно, мы не будем тратить монетки. У меня минус одна жизнь, и сейчас попробую пройти еще раз. Да. Ну, начну потом. Ой, господи, телефон из рук выпадает, я нервничаю. Начну в какой-то момент, наверное, нажму на паузу, потому что, ну, так довольно долго получается. Я не знаю, я, честно говоря, никогда вот в этот тетрис я всегда плохо соображала. Я как-то, блин, я вся дергаюсь тут сижу. Я как-то всегда, не знаю, как-то вот у меня не всегда, никогда у меня не получалось. У меня не было в детстве вот этого вот тетриса такого, которого из 90-х или из каких-то там он годов, в которые все просто рубились. А у меня его не было. Я играла только в Тамагочи, там в какие-то типа домик для Барби, там что-то такое, фишки играла, вот, а что-то такое, вот эта вот геометрия, мне просто вообще непонятно. Не, я знаю чуваков, которые реально прямо вот за 5 минут весь этот тетрис могут пройти. Но это не я. Так, ну ничего, пробуем. 26 ходов осталось. Ой, блин, тяжело, конечно. Я все равно не до конца. Вот я прошла 6 уровней, и я все равно до конца, ну, не до конца понимаю, короче, как это, как, в какой вообще, от чего зависит. Как они исчезают. Может, я реально просто адски туплю, но это жесть. Вот это вот я поняла, почему она исчезла. Ну, вроде, мне кажется, что я это поняла. Короче, ладно. Так, я, пожалуй, поставлю на паузу, потому что время-то оно бесценно, оно идет, и вернусь скоро. Так, я вернулась, потому что у меня тут прогресс. У меня осталось 3
оранжевеньких убрать, и осталось убрать 9 синеньких. С зелененькими я уже тут закончила, поэтому я очень надеюсь, что в этот раз у меня все прокатит. Сейчас я просто, честно говоря, думаю, как мне сделать лучше все, чтобы это прямо вот 12 ходов, и просто чтобы все круто стало. Так, 8 синеньких. Каким макаром это сделать? О, огонь, 3 синеньких, 1 оранжевенькая. Ну, блин, за 8-то ходов это просто... Я не знаю, кто я буду, если я это сейчас не сделаю. Отлично, 3 синеньких осталось, и все. Красотка. Кто красотка? Кто красотка? Я красотка. И мы наконец-таки, наверное, сейчас что-то интересное откроем. Убейте меня уже. Я не хочу просто вообще. А, 69% завершено. Что мне с этим сделать? Я не знаю. Я просто сейчас... Значит так, если вдруг меня сейчас ко мне заглянули разработчики вот этой игры, вот что я вам хочу сказать. Уберите этот долбанный теннис. Фу, теннис, теннис. Потому что, ну, это жесть. Или нет, это прикольно. Я ничего не могу сказать. Прикольно, да, Тетрис. Все любят Тетрис, там, и так далее. Но, блин, хотя бы... знаю, что сказать. Хотя бы 3 уровня оставьте, но это просто жесть. То есть мало того, что я прошла все эти, сейчас просто будет минута, еще 1 минута нытья, но я должна это сказать. Мало того, что я прошла все эти 6 уровней по 2 раза, то есть я 12 раз поиграла в Тетрис, мне говорят, что ты должна играть еще. Ты должна играть до потери сознания, до посинения. Пока ты будешь ненавидеть Тетрис, ты должна в него играть. Короче, ладно, ребят, я что хочу сказать? Я просто не знаю, мне на 3 звезды, видимо, надо пройти. Но 3 звезды... Ну, хорошо, попробуем самый первый уровень. Самый первый уровень, самый легкий. Да? Вот если я его сейчас пройду, например, на 2 звезды, то что мне будет? Какая няшка, какую няшку мне от этого дадут? Сейчас попробуем. Вот прям попробуем сделать это. Окей, вот прям по-быстренькому так, пока я тут сижу, трындю. Сейчас попробуем вот эту фишечку взломать. 17 ходов тут. Я на этом уровне я еще вообще даже не видела, что здесь есть еще ограниченное количество ходов или ходов, не знаю, ходов, наверное. Надо поправить свой русский язык, что вообще беда стала. Вроде как сидишь, думаешь, ты такой грамотный, а потом тебе говорят: ты что вообще несешь? Что я сейчас несу? Я несу свет. Блин, несу свет. Неправильно я поставила. Я не сюда хотела поставить, но я думаю, что это ничего страшного, потому что вот, пожалуйста, мы прошли. Прошли на 2 звезды, у нас 75%, ну, правильно, как я и думала. Но слава богу, что нам кто-то написал сообщение, потому что от этого надо отдыхать. Так, нам написал недоманьяк или маньяк, или кто это вообще, не знаю. Завтра у тебя особенный день, верно? Насколько я понимаю, завтра я, наверное, иду со своей бывшей тёлочкой на свадьбу, но не на мою. Так, ну, у нас один вариант ответа тут был, и почему-то он решил меня игнорить.
Блин, то, что вот как-то странно мигает свет у меня тут, это вообще странно. Так, что-то новенькое. А ну-ка, дневник. Этот бот создан для заметок. Здесь вы можете писать о том, что случилось за день. Расскажите о том, что случилось сегодня. Неизвестный контакт написал, что Бог меня выбрал для совершения правосудия. А другой анонимный контакт написал, что его похитили и попросил его спасти. То есть серьезно, серьезно. Я так и буду заполнять дневник, прям вот как робот. Я буду писать, что произошло, каждый свой шаг. Нет, для игры-то это зашибись. Я просто сразу представляю, как бы все это выглядело в жизни. Я боюсь отвечать. Ладно, давай. Ну. Стрёмно. Меня глаза сейчас кровью нальются. Просто вот. Ладно. Блин, у меня аж вообще мурашки по спине пошли. Короче, сейчас что произошло? Жалко, не слышно. Вот жалко, как-то я не знаю, как-то можно сделать, чтобы было слышно и меня, и то, что происходит у меня в игре. Ну просто сейчас позвонили, я ответила, и лучше бы я этого не делала. Я прямо себя чувствую, вот я прямо сейчас почувствовала себя как в каком-то реально фильме ужасов, в каком-то жестком триллере, где еще и маленькие дети, а триллеры и ужастики с маленькими детьми — это вообще самое ужасное, что может быть в мире, в мире кино. Короче, я ответила, и знаете, такая, дети поют вот ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, как будто вот несколько детей. И вот это ужасно на самом деле. Ну просто это такая распространенная вроде как мелодия. Блин, я говорю, мурашки по коже. Так. Фу. Надо, наверное, выключить свет. Призрак взялся выяснить, откуда пишут оба анонимных контакта. Похоже, пленника пытают, а еще ему удалось сфотографировать вид из камеры. Ну, в принципе, все, что с нами произошло, все в дневнике. Поэтому, наверное, будет так. Ну, у меня началась движуха. Вот это хорошо, что пока я пытаюсь разгадать эти дебильные тетрисы, у меня еще идет какая-то движ какой-то, движ продолжается. Так, здесь, значит, он писал как раз о том, что нам надо это взломать. У меня мигает чат, и я вижу, и я знаю, что мне надо сыграть в Тетрис, пока у меня не отвалятся пальцы. Найди там файл с данными абонентов, пришли мне, я его расшифрую. Привет, достал файл, о котором мы говорили? Нет, не достал. Я не буду тратить $25 на это. Или кто это вообще за... Что это? Не доллары это. Ну. А, все понятно. Да сейчас. У меня 75%. Короче, тема такая. Я останавливаюсь сейчас и пытаюсь пройти на 100% и возвращаюсь сразу сюда, да? Я все четко придумала. Все, ухожу в паузу. Короче, ребят, я вернулась, и это просто жопа. Большая, такая жирная, мягенькая попка, потому что у меня осталась одна жизнь.
Мне осталась одна жизнь, зато у меня 94%. Я прошла первый, второй, третий уровень. Я не знаю, может, я действительно, это я такая, ну, как бы, может, не совсем там что-то у меня в голове не складываются пазлики. Но просто, блин, я ж вообще меня аж взбесила. Я сижу, я, ну, блин, окей, вот сейчас попробую, значит, попробую. Просто если я сейчас потрачу эту жизнь, то насрать, я использую монетки, потому что это просто бессмысленная трата времени вообще. Ладно, окей, погнали. Так, четвертый уровень. Четвертый уровень я проходила и никак не могла пройти. Сейчас попробуем по фасту, прям по фасту. Пытаюсь я соображать, что что-нибудь, что происходит. Так, по фасту. Фаст, 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 фаст. Вот эти одни штучки, я не понимаю, что с ними делать. Но я, походу, их неправильно ставлю, потому что лажа какая-то получается. Ну, блин, я их ставлю, они сами по себе исчезают. Ну, короче, понятно, я сейчас, походу, проиграла, потому что что-то не получается. У меня осталось 5 ходов, и у меня нету больше нервов. И мне надо еще 22 синеньких штучки собрать. Я, конечно, сейчас очень постараюсь это сделать за 2 хода, но простите меня. 5 ходов можно купить за 9. Если я сейчас нажму нет, у меня сразу же отнимется жизнь, и я уже вообще ничего не смогу сделать, как я понимаю. Так что да, потому что просто нету другого выхода. И что я сейчас опять херни какой-то наделаю? Ладно, поставим вот так и вот так. Ну, как бы изи за 9 монеточек. И сейчас просто, если сейчас будет не 100%. Я это сделала за 3 записи. За 3 записи я прошла. Так, ладно, все, прекращаем. Я уже даже забыла вообще, для чего мы это делали. Окей, смотрим. Привет, достал файл, о котором мы говорили. Достал. Я бы сказала, достал просто кровью и потом этот файл. А я его не могу открыть, да? У меня просто. Я на него нажимаю, и у меня вылезает вот эта картинка. Короче, все 12 раз. Нет, не 12, а 13, 14, 15, 16 раз, что я играла в Тетрис, и даже больше, это я сейчас не считала, те страшные моменты, когда у меня вообще все жизни истратились. Я все вообще не хочу говорить про это. Закроем эту страницу книги моей жизни. Так, похоже, в данных нет геолокации, мне жаль. Может, есть другие зацепки? Ну, фото.
И что, мне хакер сейчас поможет по фотке вычислить? Серьезно? Честно говоря, ничего нету. Ты просто так сейчас себе парила мозг. Забей на все, живи спокойно, мне хочется сказать. Игра это, да? Можно узнать время фотографии из метаданных и сопоставить его с углом, размером. Чего? Что? Можно узнать. Просто, может, я сегодня плохо соображаю или что? Мы узнаем время фотографий из метаданных. Что такое метаданные? И сопоставить его с углом и размером теней. Ясно? Все ясно. Все ясно. Просто вообще как белый день. Все ясно. Тогда можно будет найти место, по крайней мере, район. Правда, тут есть проблема. Ну, естественно, найди мне еще по там паролей всяких. Поиграй еще в Тетрис. Фото слишком размыто. Нет, честно, я просто. Сейчас по теням можно сказать, что оно сделано в нашем полушарии, не больше. Что значит в нашем полушарии? Мне просто... Так, ладно, сейчас. Сейчас все будет. Я вообще хоть на... плейта нажала, или я тут сама с собой сижу. Сейчас по теням можно сказать, что оно сделано в нашей полушарии, не больше. Нужен дизайнер, чтобы он смоделировал тени и сделал их четче. И на этом моменте просто проследи сейчас, проследи вот эту тонкую мысль, тонкую, просто настолько тонкую, что она вот сейчас порвется. Нам нужен дизайнер, чтобы он смоделировал и сделал их четче. Стелла онлайн. Кем работает Стелла? Смекаешь? Ладно, короче, пиши, как сделаешь. Окей. Смекаешь? Привет. Я просто в очень странном настроении после этой игры. Так, окей. Сегодня мы идем на какую-то могилу. Просто у меня сейчас в голове был лоудинг, поэтому я пытаюсь вообще понять, что происходит, потому что у нас мы решаем тетрис одновременно, мы какие-то фотографии чистим, какие-то полушарии, блин, метаданные. Вообще ни хрена не понимаю, зачем все это нужно. Ну ладно. Ты же пойдешь, просто чувак, вот за которого мы играем, да, он сидит. Ни хрена не какой-то хренью занимается, и вместо того, чтобы позвонил уже давно в полицию, я понимаю, что не было бы тогда этой игры, но просто это все слишком серьезно. Может, у меня просто сегодня такое настроение бесячее, да? Но зачем? Ладно. Так, у меня аж наушник выпадает у меня, потому что из ушей сейчас потечет уже что-нибудь. Так, ты же пойдешь сегодня на могилу Сесиль? Вряд ли, слишком тяжело для меня. Кто такая Сесиль? Я не знаю, в этом ничего не говорилось. А, не могу поверить, что ее нет. Мне часто снится один сон. Может быть, нет, по-моему, Сесиль это не жена нашего друга. По-моему, это не она, по-моему, как-то по-другому звали. Я наверху, у нас дома, а Сесиль зовет меня с первого этажа.
Я спускаюсь вниз, но ее нигде нет. Дверь на улицу открыта, там уже темно. Я выбегаю наружу и начинаю ее звать, но никто мне не отвечает. Я ее недолго знала, только пока мы с тобой были вместе. Она была очень светлым ребенком, то есть это у нас ребенок. Она их любила. А, короче, значит, что сейчас вспомнила? Я, когда читала описание, естественно, я читала описание этой игры на Google Play, там, значит, немножечко была рассказана история про эту игру. Я как бы особо не вдавалась, ну, не вчитывалась, потому что я предпочитаю сама, ну, как бы разузнавать всю эту историю так интересней. Вот, но вроде как мы исследуем, ой, сейчас буду, тьфу, блин, вроде как мы собираемся расследовать дело серийного маньяка, да, серийного именно по связанное с убийствами детей. То есть вот я сейчас прочитала про ребенка и это вспомнила. В принципе, это, ну, сейчас не будет секретом для тех, кто видел это описание, это как бы всем видно, я это не придумала, и, наверное, может быть, это как-то может быть связано. Сейчас, наверное, нам как-то мы узнаем вообще, кто такая Сесиль. Я просто сегодня какая-то вообще странная. С каким-то животным на руках. Нет, вот это. Мы же улучшаем отношения, мы же... Да? Мне просто сегодня язык заплетается, и я вообще что-то, блин, какая-то замучилась сегодня немножко. У меня всякие там рабочие дела. Это было ее главное увлечение. Плохо, что я просто еще, мало того, что у меня язык заплетается, я еще и соображаю тупо сегодня. Нам написал Карл. Сейчас мы уже закончим, значит, со Стеллой. Дочитаем. Плохо, что убийцу так и не нашли, но если и найдут, ничего изменить нельзя. Ладно, хватит о прошлом, я пока займусь твоей фотографией. Значит, окей, сейчас Стелла будет на нас работать, пока мы поговорим с Карлом. Карл нам написал. Так, на чем мы там с ним остановились? А, хочешь встретиться? Нет, не хочешь. Может, мне понадобится твой совет. Так. Ага, и вот он вышел. Блин, сегодня чуть со скуки не умер в нашем архиве. Ну и работа, боже мой, но зато постоянная. Это важно для моего добропорядочного имиджа. На меня тут журнал «Пульс» вышел. Предлагают место главного редактора. Нифига себе. Подожди. Они, я изначально думала, что они занимаются куплей-продажей. Так, пока ответим ему. У нас только один вариант. Но тут оказывается, что дело... То есть они еще и в журнале работают. Или он журналист, что ли? Или... Ну, если ему предлагают у главного редактора, то, наверное, он журналист. Так, ты же понимаешь, что после смерти Джо у него были проблемы с выпивкой. После увольнения я уже 2 года не работал по профессии. А, все. Все понятно. Тут стабильность, деньги, отсутствие рисков. А если я там облажаюсь, я снова буду без работы. А для ипотеки надо поработать на одном месте хотя бы год. Но «Пульс» — это же мечта, а не журнал. Всегда хотел с ними работать. Что бы ты сделал на моем месте? Что бы ты на моем месте сделал? Ну, честно говоря, не читая ответы сейчас, я бы согласилась. Но теперь посмотрим, что нам предлагают. Ты можешь не выдержать давление, подумай об Эмме. Я бы рискнул, ты хороший журналист и не облажаешься. Ну, блин. Вот честно,
Я бы ему вот это ответила. Вот если бы в реальной жизни, я бы вообще прям бы, ну, я бы ему сказала, чтобы он рискнул. Не знаю, блин, я вот сейчас, я думаю, что надо ему написать. А то он больно какой-то грустный. Может, он сейчас хотя бы взбодрится? Нормально, пока ты не уволился, у меня есть просьба. Можешь кое-что поискать в своем городском архиве для меня? Конечно. Эрвин Финч, возможно, криминал. А, ну вот, собственно, нашу жертву зовут Эрвин Финч. Мне нужен пароль второго уровня. Мать, как бы не мать угнуться сейчас. Я просто знаю, что нам сейчас скажут. Нам сейчас скажут опять играть в Тетрис. Чтобы найти такие данные. Вот тебе сайт нашего архива. Я знаю, что у тебя есть друзья, которые умеют это делать. О, рулетка. Давай в рулетку. А, нет, подожди, тут надо посмотреть видео. А, ну это эти иконки. Так, окей. Чтобы получить нужную информацию, нужно взломать сервер. Я не сомневаюсь в этом. А. Подожди-ка, тут какой-то уже другая головоломка. Или... А что мне надо сделать? Это опять Тетрис, да? Найти пароль второго уровня архива у нас цель. Я просто зайду посмотреть. Это что-то, это тоже Тетрис, но какой-то другой Тетрис. У нас тут добавилась еще одна подсказочка, какая-то бомбочка. Ну окей, ну попробуем. Давай попробуем с тобой. Сюда нельзя, можно сюда. А, все, я поняла. Нам, короче, надо это. Нам надо вокруг эти штучки, ну, собственно, как и в том Тетрисе, разбивать и разбить их в итоге, чтобы добраться до фиолетовой клеточки, которую надо будет тоже разбить. Ну, короче, это такая же хрень мутотная просто. Но он нам предлагает вот сейчас вот так сделать. И чё? Ну, я нажала. А, нет, это он просто сказал, что так можно сделать. Блин, я вообще не знаю. Нас 34 хода. Окей. Блин, ребят, ну вот эта тема с... Вот эта тема с Тетрисом, это какая-то жесть. Это просто жесть. Ну, допустим, ладно, окей, собираю эту уже всю здесь. А, может быть, мне тогда не обязательно разрушать все остальные клеточки? Может быть, мне просто можно будет... сейчас. Вот. И получается, осталась одна зелененькая, и отлично. То есть мне не обязательно прямо все эти клеточки разрушать. Ну, естественно, у нас только 6%. То есть получается так. Нет, мне не понравилась игра. Я просто с психу нажала, что она мне не понравилась. Короче, я думаю, что на сегодня на этом надо будет заканчивать. Значит, так, что у нас новенького произошло? Просто подводим итоги дня. Просто этот Тетрис, он реально изматывает. Значит, так, а мы наконец-таки взломали какую-то хрень вообще никому не нужную оказалось, потому что этот файл, он в нем нет данных, и в итоге
Получается, что мы зря сколько там, раз 25, наверное, проходили этот тетрис. Ну, я так понимаю, что это была как тренировочка, конечно, только слишком она затянутая получилась. Значит, мы выяснили, что можно сделать что-то с фоткой, которую скинул нам Финч, вот этот жертва. Мы, значит, связались опять со Стеллой. Она у нас, оказывается, дизайнер. Ну, это я так поняла. И она нам поможет с этой фоткой. Мы узнали, что Карл у нас, оказывается, бывший журналист. Это тоже, это я все так понимаю. Может быть, оно все не так есть. Это просто у меня в голове такая история складывается. Я ничего не утверждаю вообще в этой игре. В принципе, события развиваются. Мне не нравится Тетрис. Я повторю это еще. Я готова повторить это еще 200 раз. Но хорошо, что пока ты всю эту хрень пытаешься пройти, у тебя как бы все-таки кто-то тебе пишет, что-то как-то тебя куда-то как бы подталкивает и развивает события. Это хорошо. Плохо Тетрис. Тетрис очень плохо. Надо было сделать хотя бы максимум 3 уровня, потому что получается так, что мы проходим 6 уровней, еще проходим по 2 раза, чтобы открыть следующий уровень, и потом еще проходим на 3 звезды, чтобы у нас было 100%, чтобы найти какую-то ненужную хрень. Ну, короче, все неплохо, то есть история, она заинтересовывает. Но ну вот этот Тетрис вообще портит все впечатление об этой игре. То есть, ну, в принципе, я все сказала. Я буду играть, потому что мне интересно, чем это все закончится. Тетрис я тогда буду пробовать проходить без записи, чтобы просто не тратить на это вообще время ваше, моих гостей, моего канала, которые, я очень надеюсь, что смотрит меня кто-нибудь. Ну, короче, вот. И интересно, что за рулетка. Хочу сейчас попробовать, может, все-таки попробовать. Давай, ладно, все, на сегодня это последнее, что будет. Посмотрим видео. А, это реклама, я остановлю, пока она пойдет. Так, у нас прошла реклама, крутится рулеточка. Просто интересно, что будет. А, отлично, нам дали одну дополнительную жизнь. Ну, то есть, как бы смотришь видео, и тебе дают крутить рулетку. Видимо, следующая рулетка через 23 часа, или я просто не знаю, времени идет. Также тут можно получить няшки в виде вот эта кисточка. Это, короче, там помощник в Тетрисе. Можно получить 3 монетки, что ли. Бомбочку, это тоже помощник. Либо 2 монетки, либо тоже няшку. Короче, ну, прикольно, прикольно. Так, в принципе, наверное, на сегодня все. И так получилось довольно длинное видео, мне кажется. Я заранее извиняюсь за это. Надо будет в следующий раз ставить себе таймер. Спасибо всем, кто заглянул. Надеюсь, что вам со мной было интересно. И не могу не сказать, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если, конечно, вам понравилось. До новых встреч!